полагаю, что оценивает результаты еще рано, поскольку всего лишь заслушан доклад министра иностранных дел Армении, а с азербайджанской стороны выступили постоянные и временные члены Совета Безопасности. Произошло всего лишь обсуждение ситуации. Насколько я понимаю, резолюция будет принята, либо не будет принята, совершенно другой день. Поэтому говорить о результатах сегодня преждевременно. Я не думаю, что то, что произошло вчера, может как-то изменить ситуацию в Карабахе. Ситуацию в Карабахе может изменить резолюция, четкая и адресная резолюция Совета Безопасности, в которой будет подчеркнут призыв немедленно разблокировать Лачинский коридор. И все это будет сопровождаться, одной резолюции недостаточно, все это будет сопровождаться конкретными мерами, прежде всего со стороны 5 постоянных членов Совета Безопасности. Речь идет о угрозе санкций в отношении алиевского режима, речь идет о конкретных шагах, которые должны, так сказать, материально обеспечить эту резолюцию. А я считаю, что если мы хотели получить предельно четкий документ от международного сообщества, от членов Совета Безопасности, было необходимо ставить акцент не только на катастрофической гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе, как это сделал Арарат Мирзоян. Вдобавок к этому надо было давать политические обоснования карабахской проблемы. А политических обоснований у нас огромный кейс. Азербайджан делает акцент исключительно на политике, на территориальной целостности, на принципе территориальной целостности. Мы начисто забыли обо всех остальных принципах международного права, таких как принцип неприменения силы для решения подобных споров и, конечно же, принцип права народов на самоопределение. Эти принципы никто не отменял. У меня, по меньшей мере, вызывает большое недоумение подобная позиция нашего мира.